Здравствуйте, дорогие друзья! С Новым годом! Мы с Сергеем подумали, какое время можно считать самым смешным? И решили, что самый смешной день в году – это, конечно, 1 января. Можно просто посмотреть на себя в зеркало, и будешь ухахатываться до утра. А если вдруг включить телевизор и увидеть там лицо Леона Измайлова... Или хуже того, Сергея Дроботенко... То можно понять, что вы смотрите программу «Юмор года» на телеканале «Россия». Встречайте, Елена Воробей! Немного грустно, да печалиться не надо. Ведь на свете есть искусство под названием эстрада. Даже в самый страшный кризис всех на свете веселей. Кто? Не кукушка и не чибис, а Елена Воробей. Воробей, 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 это пародии песни танцем. Вы никогда не соскучитесь, не можете не сомневаться. Сможете в этом сейчас убедиться, здесь готовится всем веселей. Сможете в этом сейчас убедиться. Дамы и господа, антикризисные пародии, звезды шоу-бизнеса в период кризиса. Настает молодежь, на пятки наступает, новых звезд сейчас фабрика кует. Жаль, что их никто не знает, этим фабрикам уж нет конца. А вчера мне люди рассказали, что в Москве всего 3 транспортных кольца, что мое кольцо не засчитали. И не правда, что сегодня зажигает молодежь. Песен лишь идет по телу дрожь. Фонограммные певицы, а какое голосье. Только варежки раскроют, встает дэпом волосье. Шикарно, я пашу, как папа Карло. Поднимаюсь позаранку и достаю свою шарманку. А еще я вам признаюсь, перед всем честным народом, я немного осветляюсь перекисью водорода. Перекисью водорода. Натуральный блондин, на всю страну такой один. А чуть ниже я брюнет на то.